Чемпион Казахстана Карагандинский «Шахтер» в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов в выездной игре сумел переиграть борисовский «БАТЭ» со счетом 1-0. При поддержке областного акимата и управления спорта на площади перед ДК «Горняков» была организована прямая трансляция матча на большом светодиодном экране. Несколько тысяч болельщиков заранее оккупировали все самые удобные места перед экраном. В воздухе ощущалась бешеная энергетика и настрой на позитивный исход матча. По поводу матча ждем. «БАТЭ» очень серьезный соперник. Хотелось бы, конечно, достойно выглядеть. Не теряем надежду, чтобы пройти первый квалификационный раунд. Так что хотелось бы, чтобы с честью и достоинством вышли. Первый тайм проходил под территориальным преимуществом «БАТЭ», но никаких дивидендов борисовчане из этого так и не получили. После 45 минут счет 0-0. В перерыве нам удалось немного побеседовать с официальным представителем футбольного клуба «Шахтер», присутствовавшим на трансляции, старшим администратором команды Аяжаном Махажановым. Надо выразить свою благодарность, от футбольного клуба «Шахтер», руководству областного спортивного комитета за данное мероприятие. Надо выразить благодарность нашим болельщикам, которые поддерживают нашу команду. Вы сами видите флаги и крики, и все это говорит о том, что «Шахтеры» ценят, «Шахтер» любят в городе. Начало второго тайма ознаменовалось мощнейшим выбросом серотонина в кровь, голову и сердца всех болельщиков, пришедших на площадь в этот вечер. К счастью, до финального свистка счет в матче так и не изменился. Толпа беснующихся фанатов взорвалась во второй раз. Буквально только что чемпион Казахстана Карагандинский «Шахтер» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов одержал историческую победу. Был повержен белорусский «БАТЭ», в свое время обыгрывавший такие клубы, как «Бавария». Карагандинцы намного уступали в игре, но одержали такую важную, нужную победу. Вперед, «Шахтер»! Карагандинский международный аэропорт Сарыарка уже сегодня в 7 часов утра встречал своих героев. «Шахтер» вышел к журналистам и болельщикам, пришедших встретить свою команду, уставшими, но очень довольными собой. Ответная игра состоится во вторник, 23 июля, на стадионе «Шахтер». Итоговый успех зависит от каждого болельщика. Приходи и поддержи свою команду. Вперед, «Шахтер»! Вперед, Караганда!